Три десятка старшеклассников из Шымкента в Сайрамском детском доме номер 4. Они приехали с хорошим настроением и желанием подарить его другим детям тоже. Мы пришли сюда, это помочь детям. Самое главное, это подарить ему улыбку. Также я думаю, что мы пришли, чтобы уделить им внимание и оказать им нужную помощь, потому что они оказались в очень трудном положении, и думаю, это самое нужное им в данный момент. По нашему мнению, все должны помочь им хоть понемножку, потому что это они дети, и они остались без родителей, и каждый из них достоин внимания. Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления приготовила незабываемый праздник с призами, подарками, играми, конкурсами, а также концертной программой. Но ребята из Шымкента не ожидали, что их тоже ждет сюрприз. Сегодня мы покажем несколько концертных номеров в красивых ярких костюмах. Так мы выражаем свою благодарность ученикам из Шымкентской школы. Ученики 9, 10, 11 классов организовали такую акцию, чтобы своим примером показать, что несмотря на загруженность в современных интеллектуальных школах, ребята должны находить время на то, чтобы помогать ближнему. The main aim of this occasion is to help to people who need such kind of support. We here, students of Nazarbayev Institute Schools, to make world more peaceful, to give a shine, happiness to the children. And we think that kindness starts from us, and we must be a part of global citizenship. Шымкентские школьники своими концертными номерами зарядили воспитанников детского дома хорошим настроением, подарили свое тепло и оптимизм. Ребята поделились с нами своими планами. На этом они не собираются останавливаться и обязательно отправятся в гости туда, где нуждаются в их помощи и поддержке. Нам было очень приятно и подарить им счастье. Но нам очень понравилось, что они тоже устроили концерт и очень удивили нас своей программой. На самом деле праздник получился ярким, радостным, красивым, а закончилась акция «Улыбнись» флешмобом, сладкими подарками и фотографии на память.